Приключения Мортаделла и Филимона. Что говорил? Сынок. В чем дело? Он предатель, ваше превосходительство. Ничтожество. Спокойно. Нет. Ударьте! Ударьте! Мортаделло! 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 Винтер, берите власть, как было предусмотрено. Панцо Бадиральпинцо, это непереводимо. Вот теперь да. Панцо Бадиральпинцо, это непереводимо. Скажите мне, что это просто трюк. Мортаделло. Где вы? Где вы, Мортаделло? Это моя вина. Я балласт. Балласт. Мой сын, как он огорчен. А ваш собственный? Какая красота. Шесть пальцев. Это мой сын. Ах, это ты. Калимеро. Менчу. Воды. Хочу воды. С газом или без? Любую. Я могу все объяснить тебе про Париж, дорогая. Я был вынужден бежать от погони. Давайте же. Не пейте всего, да у меня тоже горло пересохло. Мама, пей воду, Мортаделло. Вот так. Мортаделло, что это? Что? Каким святым духом пахнет этот кубок? Давай еще. Ты уже видела, какой кубок я получил в Иерусалиме в командном зачете? Кубок Дэвиса! И что с вами, Офелия? Вы не стали взвешиваться? Можете говорить. Говорите вы, шеф, у меня головокружение. Итак, дамы и господа тирании, не знаю, так ли я говорю, но мы понимаем друг друга. Прошу минутку тишины. Опять испортят речь. Я всегда это говорил. Пойдем, голубка, наверстывать упущенное время. Хочешь, чтобы я что-нибудь понесла, Калимеро? Я буду тебе благодарен, если их понесешь ты, потому что они тяжелые, как коровья задница. Подожди, Калимеро, осторожнее. Подожди меня. Перейдем дорогу, Менчу. Подожди. Теперь иди. Пришел для тирании час наладить то, что не было налажено. Для этого вам, тиранийцам, нужен лидер большого масштаба. Согласны? Человек с убеждениями, который принес бы вам собственные идеи, проекты, другие вещи вообще.
Я принес стиральную машину. Я обещал, я сделал это. И хочу вас предупредить, что отсюда не выйдет никто, пока барабан не будет работать как шелковый. И я говорю это от всего сердца, потому что я уже иду в разнос. И предупреждаю, что вы все у меня... Поздравляет Мортаделла и Филимона. Мортаделла и Филимон обнаружили чашу Святого Грааля. Вдова тирана мультимиллионерша сдает дом 13 по улице Персебе в аренду. Я плохо думал о вас, сеньоре. И мне стыдно. Особенно за то, что я назвал вас балластом, сеньор Филимон. Успокойтесь, Висенте. Меня не трогают эти эскапады. Пожалуйста. Мы благодарим вас за эти слова, но пришел момент отблагодарить нас конкретными вещами. Тем, что вы нам обещали. Мы не просим ничего лишнего. Учтите, что мы получаем приглашение от других секретных служб. Предлагаю искать Ноев ковчег, другие интересные проекты. Я уже предусмотрел все это. И хочу, чтобы вы знали, что с сегодняшнего дня лично вы двое понесете весь груз этой организации. Ничего, друзья, всего каких-то 4000 килограммов. Я, Мортадел, убью этого дяди и возьму на себя эту ношу. Молчите, берегите силы, шеф. Нам остается пройти еще 3500 миль. А когда прибудем домой, еще неизвестно, в каком настроении будет ваша старуха. Смелее, ребята, вперед! Не бойтесь! Роль исполнили Бенито Пассино, Пеппи Риуэлла, Доминик Пиньон, Пако Сагарсасу, Мариано Венансио, Жанфри Тапера, Берта Охеа и другие. Режиссер Хавьер Фессер, продюсер Луис Манса, оператор Хави Хеменс. Композиторы Рафаэль Арнау и Марио Гасальвес. Tombé du ciel. Dígamelo a mí. La pluie qui tombe sur le ciel. Oye, reloj, cosas alegres, corazón. Et le rythme éternel. Tombé du ciel. Que a pesar de ser enano y pitijunto, no debería de tener complejo por ser rabicorto y tener la voz de pit. Un amour se pose sur un destin. Son más feos que la verdad es que son buena gente. C'est notre amour, ami, que nos lave nos arroses. Tombé du ciel. L'amour qui tombe du ciel. C'est le rythme éternel. Tombé du ciel. Tombé du ciel. Porque son un desastre total.
sé por qué sufre el pobre Filemón. Si no es peor, si no es peor. En este mundo de atropello a la razón, nadie es peor. Las maneras de fallar, como todos los demás, porque son. Esto no pasa.